Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Прошел один праздник, ждем второй. Сегодня уже 28, если не ошибаюсь, февраля. Пятница. Купил муж вот такие вот тюльпаны. Они в воде. Интересно, как они будут дальше себя вести. Ну, пока что, видите, растут. Даже не солнышко, просто от окна света. Плохо, конечно, видно. В общем, посмотрим, что будет. Как они дальше будут. Смотрю, роза пошла прям. Чувствует весну. Видите, такой маленький бутончик. Я не знаю, нужно их обрезать, не нужно. У кого цветы, пишите. Чтобы она была побольше, не знаю, пошире. В общем, выращиваем весну на подоконнике, так сказать. Малыш тут дрыхнет. Опять мне уделал весь диван. Да что ж такое? Не успеваю мыть. Эти собачки. В общем, сегодня пятница. Будет день, как всегда, день уборки, приборки. Может быть, вечером съезжу в магазин. Я хочу еще съездить... Пару магазинов нужно, пару покупок сделать, плюс продукты, ну не знаю, может сегодня, может уже завтра с мужем поедем, выходной. Хочу купить контейнер для какие-то инструменты, железяки, в общем, всякую дребедень, знаете, сложить. Видела там неплохой контейнер для этих целей. Хочу купить, дальше мне еще нужно, как она... Забыла, как называется. В общем, мне нужно купить чехол на гладильную доску. Я просила Люду купить. Она была в центе. Вроде как она взяла. Нужно заехать тоже забрать. Одеть новый чехол на гладильную доску. Потому что свой я стирала-стирала. Вот так пятна и пооставались. Не отстирался уже очень давно. Я его покупала. Уже прям давно не обновляла чехол. Думала, уже так постираю, знаете, постирала, думаю, ну, я знаю, что он чистый, а то, что там пятнышки, ладно. Ну, вроде как Люда взяла чехол, будем надеяться, что он налезет на мою гладильную доску, потому что у меня достаточно широкая доска. Если получится, поменяем. В общем, стандартный день, как и все дни. Пока что ничего интересного. Если куплю, покажу вам. Покажу подарки, которые мужу подарили. На 23 февраля Люда подарила вот такой вот шарфик от Faberlic, мужской, красивый шарф, отвечает. Вот такой вот красивый шарфик был в подарочке, вот такие вот конфетки, там Рита, прошу прощения, шоколадные комплименты для настоящих джентльменов, вот такой вот шоколад от Faberlic. И был вот такой гель. Шампунь-гель для душа. 2 в 1. Тоже от Faberlic. Бардероб. Вот такая прелесть. Это подарила Люда с девчонками. Сваты подарили мужу. Вот такая красивенная кружка. Прошу прощения за руки, девчонки. Пора делать ногти. Еще и гранат почистила. Вообще теперь аут. Вот такая красивая кружечка была. Банка кофе. Была МакКофе. Подарки. Ну, и вот такой вот чай. Черный чай. Такой вот красивой банки. Вот такая вот прелесть. Чай будет мужу, кофе. Мне муж пьет только чай, я пью кофе. Ну, еще один был подарок. Все было в красивых пакетиках. Еще один подарок был вот в таком красивом пакете. Думаю, поднимайте. Быстро покажу. Уж не знаю, YouTube пропустит, не пропустит. Была вот такая вот текила. Красивая такая бутылка. Никого не агитирую. Вредно. Но это был подарок тоже. Поэтому... показываю. Вот такие вот были подарочки вчера у нас мужу на 23 февраля. Купила девочке этот контейнер в
светофоры. Стоил он там 200 с копейками, я не помню, не буду точно говорить. Вот так вот он открывается. У него такая крышка, видите, своеобразная. В общем, решила взять, попробовать. Если не подойдет для инструмента, ну, сложить сюда этот весь хлам, то, конечно, что-то другое придумаем, мужу отдам. Но вроде как должен подойти. Сейчас попробую одной рукой вам показать. Единственное, что мне нравится, он тонковастый. Вот так это все называется. Ящик с крышкой, створками, Элька. Так, изготовитель Республика Татарстан. Не содержит бисфенол. В общем, будем... Made in Россия. Будем пользоваться. Я не знаю, не вижу я тут объема, поэтому ничего не скажу. В целом ящик неплохой. Надеюсь, что понадобится. Вернее, не то, что понадобится, а пригодится именно для того, для чего я его купила. Вот он, мой чехол старый, видите, он уже весь такой старый, уже ничего не отстирывается от него, поэтому нужно менять. У меня тут лежат раскраски, обещала полистать, девочки просят, обещала полистать эти раскрасочки, обязательно полистаю, вот видите, приготовила, но это уже будет в отдельном видео, обязательно мы с вами их полистаем, так что поедем попозже в магазин и заеду заодно, заберу, хулиганят птички, заберу чехол, может быть, у Люды. Вот так вот у нас проходит день. Сейчас хочу сделать маску для волос. Я показывала, как-то Люда мне давала от комплимент. Сделать пока масочку, помыть голову, пока есть настроение.